Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях Роман Киселев, организатор контактного зоопарка. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Ну, в вашем зоопарке больше 30 видов животных. Расскажите, кого можно там увидеть? Ну, у нас животных много, там можно увидеть и пресмыкающихся, и земноводных, и обезьян, и бабочки есть даже, живые бабочки тоже есть, вот, попугаи тоже есть. Вот. Вот, например, я с собой взял скорпиона, один из представителей беспозвоночных, то, что у нас есть. Без скорпиониха самка, мама, она родила у нас примерно год тому назад. Вот. Малыши отдельно живут, а вот мама здесь вот с нами. Отметьте, она спокойная, к нам привыкшая, а малыши у нее, они маленькие, они пугливые, они жалятся. Но все равно это не опасно, потому что этого вида яд очень слабый. Наши осы, пчелы, они более опасны людям, чем такие скорпионы. Если помните, всякие шоу, фильмы берут виды похожие, крупные, эффектные, но не опасные. Тоже можете подержать, если есть такое желание, это не опасно. Еще раз скажу, да. Теплые руки наши им очень нравятся. Вот и все. Расскажите, откуда он к нам прибыл, где обитает? Скорпионы из Юго-Восточной Азии, яванские. Это общее такое название, там их несколько видов. Вот. Там, где они живут, там очень тепло и очень влажно. То есть это не пустынный вид, это лесной вид. И отметьте, он темный, как вот под фон лесной подстилки или почвы. Они наземные, видите, у них ножки, они только ползают по поверхности, по горизонтальным поверхностям. А чем питаются? А питаются они насекомыми. Вот. Это сверчки, это тараканы. Вот такое обычное, да, для этих скорпионов. В принципе, все скорпионы, они питаются насекомыми. В основном. Вот. Еще бывает такой момент, что когда вот они рожают, они живородящие, мама может съесть также малышей, поэтому нужно вовремя забрать у нее потомство. Первое время она за ними ухаживает, они сидят у нее прямо на спине. Вот. Она ходит с ними там, где потеплее, там, где влажно, очищает их. А со временем, через 10-15, эти малыши, они разбегаются. Если говорить о детях, да, уже человеческих, ну, в каком возрасте можно брать вот в руки, вообще можно ли брать в руки таких животных? Ну, и дети, если маленькие, они, собственно говоря, могут его зажать, например, да, он же бывает, кроме того, что они жалятся, они и щипаются еще. В принципе, это не больно, но бывает и докры могут ущипнуть, как вот наши раки. Вот, и, конечно, если аллергия есть, то лучше с ними так не общаться, потому что яд, они опасны в целом, но вот людям, аллергикам, может быть, почревато последствиями, как и то же самое осы, пчелы, такая же вот ситуация. У вас очень много видов животных в зоопарке. По какому принципу их подбирали? Вообще, какие животные старались привести в Рязань? Главный принцип, чтобы они были адаптированы, они к неволе, вот, чтобы можно было с ними общаться, чтобы им было тоже комфортно с нами общаться. И чтобы, самое главное, тоже у нас одна из тем, чтобы животные потомство приносили. Потомство куда деваете? Кому-то отдаете? Можно вообще дома такого скорпиона себе завести? В принципе, так-то можно, но когда, если дети маленькие, то лучше не надо. По крайней мере, это лучше, чем паук, потому что пауки крупные, большие, бывают аллергенными сами по себе. У них вот эти волоски, которые они при опасности себя почувствуют, аллергию они вызывают. Это более опасно. А скорпионы с ним проще. То есть аллергию они не вызывают. В вашей коллекции есть и достаточно крупные животные. Расскажите, кто сейчас у вас в руках? Да, это питон, тигровый питон, он альбинос. Зовут его Серега. Вот такое вот имя, необычное для питона. Вот. У нас тоже папой стал в прошлом году, есть малыши, а мама у них обычного окраса, так вот она более темная. Вот. Что интересно, питон, ну, во-первых, они крупные, эти животные, есть питоны до 8 метров и больше, вот, конечно, дома себе такого не заводить лучше не надо. А есть питоны не очень крупные. Это королевские питоны, зеленые питоны. Можно домой себе завести смело. Вот. Одно из самых удобных домашних животных. Сколько он весит? Серега, килограммов 8-9 он весит всего. Вот. Самка больше, самка заметно больше. У нас есть питон, который весит и по 30 килограммов, 40. То есть уже так это заметно. Просто так с ним не походишь. Это тяжело. Вот. А что интересно вот про питонов. Ну, вот, может быть, вы знаете, не знаете, что вот питоны земные очень древние. У них еще ножки остались даже от их предков. Ящериц виден коготь, виден пальчик маленький. А сама ножка под кожей, она располагается. Они общаются этими ножками. Они щекочутся вот так вот, самцы и самки.
при встрече. И отметьте, что хвост у змеи очень маленький. Вот он, отсюда начинается, как вы сами понимаете, да, от пятой точки. А это все туловище. Остальные змеи, конечно, они безногие. Эти ножки есть только у питонов и удавов. Ну, и все змеи, у них отсутствуют уши. Поэтому змеи очень плохо слышат. Есть только ухо внутреннее. Расскажите про их зрение. Как они видят мир? Змеи видят в целом довольно плохо. Вот. Это в целом. Есть змеи, там, они древесные, видят, они хорошо ловят. Они ящериц, там, птичка, они прямо четко ловят, но у них зрение бинокулярное. Вот. А в целом плохо видят, потому что у них глаза кожей прикрыты. Вот. И когда они линяют, глаза у них полностью, они мутнеют, и поэтому, когда они линяют, вообще змеи почти ничего не видят. Вот. Кроме того, что есть зрение обычное, оптическое зрение, вообще у них есть инфракрасное зрение, ну, условно говоря. Вот, посмотрите, есть вот узкие щели, вот, по термолокаторы, ими они ощущают тепло жертвы своей. То есть это не ноздри, это именно теплокатор? Да, вот если ноздри, вот они сверху их видно очень хорошо, а вот эти вот узкие щели, термолокаторы, они у питонов так вот видны довольно хорошо. Как часто он линяет? Линяет, ну он уже довольно большой, он уже папой стал, ему 5 лет, вот, если я не ошибаюсь. Вот. Линяет раз в 3 месяца, бывает чуть чаще. Вот так вот. Если летом кушать хорошо, то он линяет чаще. Вот. И то, что мы с ним так общаемся, это ему полезно. Он двигается, у него работают мышцы, легкие у него работают, и форму поддерживают свою. Потому что если змея будет толстенькая, жирная, то потомство она не оставит. Кстати, питоны – подкладущие змеи, а удавы – пониже бродящие. Спрашивают часто, что они похожи, путаются. Вот одно из отличий питонов от удавов. А он ядовитый? Нет, питоны – ядовитые змеи. И, в принципе, змеи, которые ядовитые, лучше их не трогать, их не брать. Вообще, как с ними, больше не общаться, потому что они вас укусят рано или поздно. Вот. Бывают и питоны кусачие, между прочим. Но вот у нас он такой спокойный. Где такого можно в дикой природе встретить? Куда нужно поехать для этого? Ну, отметьте, что это альбинос. В дикой природе такие они встречаются. А питоны этого вида живут в Юго-Восточной Азии. Ну, правда, как вы сами понимаете, в Азии там их ловят, если находят, и съедают. То есть они довольно вкусные, у них мяса много. То есть люди, которые нашли, они рады. То есть в этом есть опасность крупных животных, что люди на них они охотятся. В него ли держат довольно много, то есть даже считают, что популяция в дикой природе меньше, чем популяция, которая держится в неволе. Вот. И прижились они в США, поэтому в Флориде. Вот, видимо, те, кто киперы, подержали их дома, они у них то ли убегали, то ли, может, сами они выпускали, они прижились, и там стали бедствием экологическим. Размножаются они очень хорошо, поедают там местную фауну. Вот, их там отлавливали раньше, потом поняли, что дело это бессмысленное, и просто там уже питоны живут как новый вид фауны в США. Чем вы их кормите? Ну, они хищники. В основном, конечно, это крысы и кролики. Очень жалко пушистиков. Да, ну если мы учтем, что там кошки, собаки тоже едят, они мясную пищу. А кошки, которые, если гуляют сами по улице, они ловят мышек, птичек, ну, птичек тоже ловят, тоже ведь это, так сказать, в Западной Европе даже запрещено. То есть там кошки, если гуляют сами по себе, то штрафуют людей местами, да, потому что они губят фауну. Человек тоже хищник. Ну да, собственно говоря, мы тоже едим мясо, покупаем там баночку, написано кролик, например, да. Ну, ничего не поделаешь, они хищники. Бывали случаи, когда они начинали, может быть, душить человека, все-таки такой большой размер у змеи. Отметьте, с нами он такой милый, приятный, да, а принести ему там кролика, крысу, конечно, он уже будет вести себя по-иному, поймает, задушит и съест. То есть для человека, если, например, хочет сфотографироваться, там, взрослый или подросток, то ничего страшного, не испугается. А, нет, конечно. Ну, они бывают змеи, они кусаются по причине того, что они боятся, это один момент, и могут перепутать, что когда их кормят, да, тоже может он укусить. Вот это вот два разных вида укуса, можно сказать, причин укуса. Вот, а змеи, они разные бывают. Видите, он такой спокойный, приятный, с ним можно подержать, может тоже подержать, может делать фото, например. Вот. А есть особи кусать. Ничего не поделаешь уже. То есть они кусаются, и с ними лучше так вот тесно, лучше не общаться. Этот питон, он по деревьям лазит, в воде обитает или наземный? Вот. Ну, он и по деревьям лазит, и в воде обитает, и наземный тоже. Все вместе. Понятно, что когда они крупные, самки у них бывают 1,8 м. Вот, понятно, что какое-то там дерево пиленькое не сможет их выдержать. А так, конечно, они около воды любят. Они селиться, отметьте, какая кожа приятная. Значит, он, ну, любит, чтобы было довольно влажно. Вот, она гладкая.
Вы как-то увлажняете специально воздух для них? Да, конечно. Когда мы их и увлажняем, и купаем, и обрызгиваем. Во-первых, там, где живут, там есть угол теплый, есть угол прохладный. Он сам решает, где ему лечь, потом погреться или остыть. И, конечно, это купание, это влажно, все это смотрим. Ну, у вас сейчас в руках, наверное, самое безобидное животное нашего сегодняшнего выпуска. Это шиншилла, правильно? Шиншилла, да. Шуша его зовут. Вот видите, что там волнуется, обычно более такой спокойный. В целом они очень быстрые, эти животные. Кажутся, они толстенькие, но на самом деле просто пушистые. То есть если помыть, то он будет тоненький совсем? А мыть их нельзя, а то им это плохо. Да, они ванны принимают, но ванны только это пыльные. Ну там пыль, песок, да, возьмите, он пыльный стал сам. Вот вам в студии чуть-чуть так запылили. Принимают они пыльные ванны, вот с этой пылью они снимают лишний жир, грязь, например, да, паразитов они сбивают, то есть касаются дикой природы, то есть так они вот заботятся о мехе, о своей шкурке. Откуда он к нам прибыл? Дело в том, что родом они из Южной Америки, эти животные, это изначально, а сейчас их неволе разводят довольно хорошо. Даже можете купить себе домой, дома их заводят, вот, промножаются, они в неволе замечательно. А в дикой природе они еще остались? Вообще это не вымирающие? В дикой природе их осталось очень мало. Истребили их когда-то еще там, лет 100 тому назад, нашел бы. Ну, вот американцы так и другие тоже там, и шведы подсуетились и создали они ферму, где этих зверей стали разводить. Отметьте, очень милый, приятный зверь, гипоаллергенный. Вот. Правда, они гиперактивны, это ночью. По ночам прыгают, бегают спать, они мешают. Если какая-то квартира, если небольшая, то, конечно, бывает это проблемно дома. Некоторые думают, что они как это кролик такой, да, что рождаются у них там много, штук там 10-15, может быть, у них малышей. По на самом деле нет, там двое-трое, бывает один, то только малыш. Беременность у них, она длится очень долго, месяцев по 4. Вот. Малыш, правда, рождается уже довольно крупный, зрячий, он опушенный, он активный. Бывают там какие-то конфликты у них, они конфликтные животные. То есть, например, есть пара, там есть семья, они живут между собой, но и там зверь, он уже к ним не подселишься. Они будут драться, причем будут драться довольно так вот, довольно серьезно. Это грызун? Это грызун, да. То есть это не кролик, это грызун. Шиншилловые семейства. Ну вот, ну тоже нам известны их родственники, это морские свинки, это дегу, тоже оттуда же, из Южной Америки. Отметьте, ушки большие, крупные. Очень красиво. Так вот, да. Отметьте, он похож на чебурашку чем-то, да. Вот, даже, ну, как Успенский сам это рассказывал в одном из интервью, что сам чебурашка, это вот, вернее, шиншилла, прообраз нашего чебурашки. И вот раньше, когда не было еще мультика, именно вот такого чебурашку, такого рисовали. Можете сами проверить даже, по интернету вести там, да. Там будет рисовать вот шиншиллу. Мех у них очень мягкий, отметьте. До 80 у них волосков из каждой луковицы волосяной, как пух такой получается. Ну, а хвост, он жесткий. Если потрогаете, как вы видите, по сравнению с остальным мехом. Да, по сравнению с остальным мехом. Здесь вообще ощущение, что это искусственный мех, он такой же на ощупь. Животные приятные, от них не пахнет дома, то есть запаха от них не бывает. Самое главное дома это правильно кормить, чтобы не было свежих фруктов и овощей. Уж убрать из рациона полностью, потому что от этого бывает у них пищеварение. Оно портится, и могут даже погибнуть они. Можете подержать, собственно говоря. Вот смотрите. Только не хватает его, пускай он сам сидит. Вот так вот. А сколько ему лет? Приятное. Ему 5 лет примерно. Вот. Это самец. Самку мы оставили дома. Кстати, да, у них самки, они беременны постоянно почти. Угу. То есть, ну, так вот, сразу же процесс протекает, то есть у них нет перерывов обычной беременности, как и у свинок морских. Они очень шустрые, очень быстрые. Он так сидит, кажется, неподвижный, но не очень быстрый, а на самом деле это горный зверь, прыгучий, ловкий. Кого еще можно встретить в вашем контактном зоопарке? А, у нас и черепахи есть приличные, и большие, и маленькие черепахи, как вот у вас что по размерам есть такая черепаха. Вот, я говорил уже, что еще есть бабочки, которые можно покормить, можно пообщаться с ними. Покормить, вот. Как кормить бабочек? Да. Бабочка, если она питается, есть бабочки, которые не питаются, да, которых нет, рта нет даже. А так, апельсин берете, вот, бабочку аккуратненько, если посадить, она разматывает на хоботочке и пьет оттуда сок апельсиновый. Вот. У нас и сурикат тоже есть. И тушканчик, то есть, ну, животных много. Вот. И все показываем, все рассказываем, чтобы поинтереснее было. Есть животное, с которым поговорить можно. Это скворец, это ушастый скворец, зовут его Гоша. Он разговаривает. А что он может ответить? Отвечает он: Гоша, привет, хороший парень, алло, вот. Как дела?
Ну, собственно говоря, такие, ну, фраз 5-6 он знает, да. Воспитанный, когда вы маленький, да, воспитали его. Сейчас уже, если учить его, то все уже. Расскажите о режиме работы зоопарка, куда и когда к вам можно прийти? Каждый день работаем с М5 Мол, Московское шоссе 65А. Работаем с 11 до 7 часов каждый день, по 17 декабря. Спасибо вам большое. Пожалуйста. За интересную беседу, что пришли к нам в студию. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был руководитель контактного зоопарка. До новых встреч!